Держи, этого должно хватить. Хотя бы на день. Спасибо, Майя. О, нет, моя картошка. О, почему это происходит? Что происходит? О, пустяки. Просто каждый раз после визита Мии в мой магазин что-нибудь пропадает. Ты имеешь в виду овощи, которые она покупает? Нет, овощи, которые она не покупает. Преступник среди нас. Это всегда тот, кого меньше всего подозреваешь. Подожди, Андрея. Не будем спешить с выводами. Нам нужно собрать больше фактов. Ладно, мы проследим за ней. Может, она не та, за кого себя выдает. Мы замаскируемся. Моим кодовым именем будет Алексис. Андреа. Алексис. Постарайся не забыть. Офелия. Все. Это последняя камера. Отлично. Теперь мы можем поймать вора. Или доказать невиновность Мии. Это не важно. Главное, что на мне эти классные солнечные очки. А вот и Мия! Где? Я ничего не вижу в этих очках. Так сними их. О, так лучше. Мы можем наблюдать за Мией с разных камер. Эй, куда делись киви? О, она не могла их украсть. Может, она ворует еду, чтобы накормить бездомных? Неважно, какая причина, это неправильно. Нужно показать ей видео. Хотя это будет нелегко. Она принесла украденное. Майя, мне так стыдно. Мой кот Феликс утащил эти киви из твоего магазина. У него появилась странная привычка таскать небольшие коричневые фрукты и овощи. Думаю, он принимает их за мышей. Потому что он играет с ними. И я заплачу за все, что он мог унести. О, конечно. Я рада, что выяснила это до того, как кто-нибудь обвинил бы меня в воровстве. В воровстве? Тебя? О, нет. Никто бы в жизни не подумал о таком. О, что это? Это мышки-роботы. Феликс может играть, пока ты делаешь покупки. О, спасибо. Они ему понравятся. Ух, а это к чему было? К тому, что мы любим нашу Мию.